Молодые танкисты принимают боевое крещение в Подмосковье. Таманская мотострелковая дивизия вывела на полигоны свои танки Т-72Б. В составе экипажа солдаты-срочники. Они закончили учебку Западного военного округа совсем недавно, но уже получили специальности механиков-водителей, наводчиков-операторов и даже командиров танков. Их выпускной прошел под грохот пушек, так как сами выпускники сдавали стрельбу штатным снарядом танка. Это впечатление на всю жизнь. Штатный снаряд, отдача, все как по-настоящему, как на войне почти. Было, конечно, страшно сначала, но потом, после первого выстрела, сразу привык. Все танкисты прошли занятия на тренажерах, водили, стреляли, маневрировали. И вот сейчас испытание полигоном. Теперь в составе экипажа им предстоит подтвердить квалификацию уже в настоящей боевой стрельбе.